Это блокинг-генератор. Схема очень простая, сейчас покажу. Батареечка и отстрочник-аферитовый сердечник. Вот, значит, вся эта схема, она очень простая. Очень многие делают фейковые ролики, которые не работают. Показываю вам рабочий вариант. А светодиодов вот этих вот зажечь можно в этой схеме. Вот от этой батарейки 1,5 вольта. Несколько сотен штук. Вот. Здесь я их просто не сделал. Значит, вот она схема. Рассказываю про нее. Вот, чтобы вам лучше было видно. Вот таким образом нужно сделать феррит с намоткой. 50 витков, 50 витков. В одну сторону наматываем, наматываем, делаем отвод и снова 50 витков. Вот таким образом. Вот, значит, транзистор у нас 361. Я использовал Panasonic C5440. Конденсатор, значит, 2700 пикофарад. Резистор 1 килоом. Вот, значит, вот показываю всю схему. Простая, элементарная. Вы найдете много видеороликов по поводу этого блокинг-генератора. И все, очень многие являются фейками и неработающими. Многие люди пытаются повторить и увенчается неуспехом. Потом говорят, что это фейки, глупости, нерабочая схема. На самом деле, вот это рабочая схема.